Дисклеймер. Не играйте на пустой желудок. Ну классно, нассал ты в банку, ну и что? Он просто... Он постоянно пукает на пробел. Дэнс, 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 дэнс. Анимал. Ой, мне зевнули в ухо только что. Я попал точно не на ту тусовку, которую должен был попасть. Чашка, солнце, и мужики моются в супе. А, нет, стоп, не только мужики. Кто-то явно уже сварился. Равнмен. Это место, похоже, они просто моются в супе. Я боюсь продолжать, если честно. Привет, повар. Спрашивает повара. А твоя? Я стал поваром. Можно что-то настроить. Настроить внешность. О, а это мы любим. Оу, май. А вы красиво выглядите. О, вы как женственно стали выглядеть. Ноготочки, все дела. Растягай. Он же с рыбкой. Размер котлетка. Котлетка вкусная. Цвет безопасности. А, не, без, не безопасности, ладно. Лицо. Я, если что, светофор. Слышали о таком? Светофор Колумб. Это я. О, шила. Ой, как, какая поп... Чего? О, симпатично выглядит. Завивка бровей. У тебя какой добренький стал. Я сомневаюсь, что ты поставил лайк. Вот ты. Ага. Я сплю. Нюхалка. Понюхаем. Как говорится, усики, пропуск, татуировочки. Если у вас есть татуировки, пишите в комментариях. Дэдди. Папочка. Явно в том месте папочка не должен был находиться. Ну, я чистый фартуки буду. Я что, свинка, что ли? Папа. Я свинка Пета. Полетели. Ну, все, вот в таком формате я могу вставать в очередь. В очередь на приготовление еды, получается. Я уж приготовил, кстати, вот вам. Свежевыжатая матч. А у них собачки есть. У них собачки кипятятся в этих, в тазиках. Тим топ равмен. Что-то тут явно надо делать. Ой. Ух ты, какой я. Ой, я пончики подобрал какие-то вкусные. О, а что такое? Я пукаю. Мне нравится. А что делать надо? Кого? Ой, я столкнул кого-то. Вы все слышите, что они просто пукают и кидаются пончиками? Что за мини-игра дурацкая? Я готовить пришел сюда, я повар. Я скейтер. Ну да, я почему пукаю постоянно? Я улетел. О, я синяя команда, я побеждаю. Правда, я ничего не сделал в этой жизни. Ну ничего страшного. Да. Я Виктор. О, это я фотографию делаю сейчас. Вот. Второй уровень дали. Металлическая перчатка. Вот это я добился. И там андакат. Чака-лака. Не говорите, что вы тоже добавляете свою ушную серу в суп, пожалуйста. Не надо. Ты посмотри сюда. Куда смотреть? Какой турнир? Мне играть не пускают. О, пустили играть. Я иду. Чё ты? Все еще сомневаешься во мне? О, микроволновочка сработала. А, это игра в кальмару, что ли, какая-то? Групповое. Перемеси поле. Я типа перекати поле. Так, маленький. Ай, эль публито. О, это я. Пуэблито. Ой, какой-то кусок мяса. Его надо взять и прикатить в одно место. Ой, какая пипка классная. Вот это команда. 3, 2, 1. Я готов. Чё? Лузгер? Да. We got a ball. Почему я попукиваю? Я спрятался. Минус. Е-е-е, вот это яблочко. Чего? Гол? Я убегаю. Он постоянно пукает на пробел. Мне нужно туда. Я серфер. О, рыба. Меня рыба съела. У нас будет супчик с мясом. Попаду. Да, минус. Да, почему меня так убивают постоянно? Я готов готовить. Почему мы деремся вообще? За место на кухне, типа, или что? Домой. Он матерится.
Домой. Мой комочек. Куда вести надо? Куда вести надо? Ой, меня уничтожили. Туда наверх надо его отнести. О, я живой. Я побежал. Я не побежал, ладно. Почему они кричат постоянно? You have a ball. Лупят со всех сторон, если честно. Я уже готов отдаться на супчик. На, шлепаем. Домой. Я за кусочком мясным лечу. Ой. О, меня убили. Да. Я Виктор. Ну и чё, думаешь, круто это? Следующий раунд скоро начнется. Файт. Сплит. Файт хочу. А чё, между собой что ли драться? Чё, кому бить? Внезапная смерть. Я не хочу погибать. Бразилия. Отдохнем сейчас. Вот это карта. Вот это я понимаю, уже разговорчик. Я убил его. И меня убили последним. Опять Виктор. Я двоих убил. MVP. О, это я. Я тоже так умею. Мне кубок дали. Убийств 2. Your best 13. А, я хотел по-английски сказать. Ладно, 13 тоже хорошо. О, это все мое. Спасибо. Я богат. Я с вами поделюсь. Кому надо, коробки золотые. И вот эту вот золотую водичку еще попить. Кому? Мопсика хотят сварить. Ой, ты какой котик. Почему? А кто? Кто главный вообще? Кто этим всем заведует? О, другая карта, согласен. Кто быстрее тебя? Ой. Вот это меня обманули сейчас. Чего происходит? Я занимался зайчьими бегами в детстве. В 6 классе. Классно скулит, если честно. Офигенно. Меня просто... Меня в бульон отправили какой-то. Пипец, я пролетаю и улетаю. Законно вообще, нет? Что за быстрое поражение? Обязательно при проигрыше мне пердеть в ухо. Доставайте из микроволновочки. Сейчас мой супчик, так сказать, ваш ротик. Бэмс, у меня в команде какашка. Вовсе. Групповой захват похлебки. Опа, танцуем, танцуем. Групповой захват похлебки. Бэмс, все, наш похлебочка. Дэнс, 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 дэнс. Во. Да ладно. Это снайперский выстрел сейчас был такой, типа. Хорош. Минус, чел. Но хедшотик. Кто здесь? Я понял. Я спрятался. Я в банке. Не обращайте внимания. Опа. Но сзади, конечно, но ничего страшного. Давай. Хорош. Вот это снайперское решение было. Ой, крикер сломался. Ой, меня петух убил какой-то. Слышишь, петух? 94! Не дамся! Да, я всех размотал! Бэмс? Вообще всех! Бэмс? Бэмс? Минус еще? Наша? Давай, 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 давай! Летим туда. Попукиваем, попукиваем. Домой. Домой. Ой, не домой. Домой я пошел. Блин, 30 секунд мы проиграли, походу. Ой, я взлетаю. Ой-ой-ой. Кефир меня убил какой-то. Короче, мы проиграли.
Да. Ну классно, нассал ты в банку, ну и что?